Через велику кількість хворих на грип у Києві почали щодня дезінфікувати тролейбуси, трамваї і метро. Адже саме там найчастіше чіпляється вірус. Ну а що рекомендують врачі? Первым делом, друзья, вот он вам, дельный совет. Врачи рекомендуют держаться от больного на расстоянии 2 метра. Тренируйте глазомер. Но как это сделать в набитом транспорте? Вот мой вопрос. Неспроста там были замечены люди в желтом, которые врываются и выносят заразных из вагона. Сдают ли пассажиры кашляющего соседа? Смотрим, друзья, прямо сейчас эксперимент абзац. Операція ліквідація. Ребята, це здоров'я, ну ребята. Люди, одягнені у хімзахисні костюми, забирають хворих просто з автобуса чи вагона метро. Ребята, все ламає, та я здоров. Чи здадуть пасажири бацилу в тролейбусі? Так, ребята, ви покажіть своє удостовірення. І чим закінчиться антивірусний експеримент? Для експерименту нам знадобиться хворий і троє в жовтому. Сьогодні ми служба протидії епідемії. Перевіримо, як зараз, коли лютує грип, люди реагують на хворого в транспорті. Сижу в тролейбусі, старательно кашляю. Видок у меня не лучший, согласитесь. Увидел бы я такого красноглазого маршрутки, вышел бы на следующей остановке. Сажусь поближе к народу. И начинаю показательно доставать носовой платок, сморкаться и кашлять. Женщина, которая сидит рядышком, только закрывает рот от меня и аккуратно отворачивается к окошку. Тролейбуса на меня уже косится с откровенным презрением. А мы уже выглядаем тролейбус с Максом на зупинці и готовы нейтрализовать хворого. Работает служба противодействия эпидемии. В связи с обострением эпидемии гриппа приняты меры по нейтрализации особо опасных больных. Не зараженные. Ну що, хто здасть заразного пасажира? Я так і знав, що этот мужик мене здасть. Не зря он косился всю дорогу. За Макса заступається кондуктор. Хоч ще 2 хвилини тому сама робила йому зауваження. Тягнемо Макса на вихід, але жіночка-кондуктор кидається на переріз. Вот это я понимаю, кондуктор переживает за каждого своего пассажира. Так, ребята, а ну покажите свое удостоверение. Что у вас есть? Если за посольник. Что у вас есть? Так, успокойся, подключение, пожалуйста. Что у вас есть? Значит, по билет. Мама, выходите, приедете, выйдете. Більшість людей в тролейбусі видихнули з полегшенням, коли ми забрали заразного. Лише кондуктор стурбовано заглядала у вікна, щоб переконатись, що з її пасажиром все гаразд. Куди його понесли? Де зараз? А хто це такі? Ви не знаєте? Та я не знаю. Кажу, ваші посвідчення, чи що, нічого не показали. Ну, затримали, причепили щось до одного нього. Вони прийшли зразу до нього. Там мужчина показав. Может, это у всех троллейбусах кондукторы такие чуйные? Проверим еще одному. А можете, пожалуйста, еще дать пару билетиков? У меня салфетки закончились, но нечем нос вытереть. Кондуктор посмотрела на мои красные глаза и сопливый нос и дала еще 2 билетика совершенно бесплатно. У людей совершенно предсказуемо проявляется инстинкт самосохранения. А вот эта женщина пожалела меня и поделилась салфетками. Я до сих пор не могу вас сделать карантин,
Ребята, ваш выход, точнее заход. Служба противодействия эпидемии. В связи с обострением эпидемии гриппа приняты меры по нейтрализации особо опасных больных. Эпидемия. Зараженные. Невже ніхто не здасть Макса? Тут же нам скрутити і вивезти Макса ніхто не заважав. Пасажири всі як один погодились, хворим не місце в громадському транспорті. Залізли в кашельку. Сопливим треба вдома сидіти, або в крайньому випадку надівати маску. А тем временем со своими вымышленными бациллами я уже ломлюсь в метрополитен. Тут нет кондукторов, поэтому сдать меня или защитить решать пассажирам. Я прошелся по всему вагону. Там почихал, тут покашлял. В общем, сделал все, чтобы вагон меня возненавидел. Один пассажир меня пожалел, дал мятную конфетку. Ну и девушка не шарахнулась в сторону, когда я попросил помочь. Але яке здивоване обличчя стало у тієї дівчини, коли в вагон увірвались люди в жовтому. Дівчина хоч і злякалася, але Макса не здала. Зате інші пасажири довго не думали. Завжди в транспорті знайдеться бодай одна людина, яка вкаже на хворого. Все знаємо, як захищатися від грипу. Носимо маски, або будете наступними. Переконались, якщо ви захворіли і ломитесь в транспорт, вам там ніхто не радий. Не розповсюджуйте заразу, одягайте маску, або ми прийдемо за вами.